Где та тёлка, которая должна была посрать о тебе? Она просто покакала, уехала. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, кто я там? Гиперактивный. Мама, я люблю энергетики. Ты что расскажешь? Как, что интересного? Ну, что интересного? Таксисты что-то с колесом было. Чего? Таксисты что-то с колесом было. Что с колесом? Где еда? Скоро приедет. Мне через полчаса уже ехать. Что, голодная? Не, не особо. Мне через полчаса уже ехать. Куда? С девочками встречаться. А, ты сколько? Ты ж по брифу? По хаванию? Понял. Сколько тебе лет-то? 19. А, ну нормально. Мне 24. Подходит? Подходит. Ты как уставший? Что счет? Ехала 40 минут. А, ну да. Пробка? Нет, просто далеко. Да, заебно. Заебно. Сняла столько мониторов. Ну, два, ладно, это не так ну, много. Два сериала смотреть сразу? А-а-а. Смотришь первую серию, вторую серию сразу смотришь? Игру престолов смотрела, чекала? Нет. Эшкери. Ну, начала, но мне не понравилось. Не нравится? Че? Че не нравится? Нет. А что смотришь? Какие сериалы? Ну, вообще, в основном комедии, детективы. Эй, Дань Донцова? Донцов Дарья. Донцова Дарья. Дань Донцов. Тебе нравятся песики? Ну, песики нравятся? Нейтрально. Котики? Нет. А мне нравятся песики. Песики нравятся. Вот. Пьешь что-то? Ну, вообще, да. Воду? Ну, например. А что, девчонками сегодня делать будет? Пить. Тоже алкоголь? Ну, посмотрим. А потом куда? Потом домой. По домам? Да. А что, тебя начнут пускать? А мне домой надо просто. А что дома? А завтра утром уезжаю на дачу. Кому? К семье. А, будешь там кайфовать? Ну так, парочку дней. Красивый у тебя волос? Волосы красивые. Спасибо большое. Ухаживаешь? Или карантинчик там, да? Маски делаешь? Нет. А что там? Так, шампунь убрала. Шампунь? Угу. Понял. Че в Москву на сколько едешь? На 3 дня. По всему городу будешь айфоны собирать? Что? Айфоны? Зачем на 3 дня? Ну, по работе. Логично. Хочешь со мной? Нет. Поехали со мной в Москву? В Москву поехали. Сейчас поехали. Забежь, поехали. Ну, поехали в Москву. А что нет? Нет. Да поехали сейчас. Пули нет. Я сразу сказал пиццу. Пиццу, сушу. Заебись. Будешь сушу пиццу? Ну, все, не будем. Че, голодный уже? Так что ты уже есть хочешь? Я просто спросила, сказал, будет еда. А. Я ее не вижу. А-а-а, приезжаешь? Ну нет, холодильник полный. Хочешь что-то с холодильника достану? Колбаски хочешь? Нет, спасибо. Бля, ты знаешь, сука, дала за Рафаэлку. Дай за колбаску. Вообще. Трахался же? Какие вопросы? Че? Да. О! Ты девственница? Нет. А. Ха. Ха. Ты не читаешь какие-нибудь книжки? А, не особо. Почему? Ну, не знаю, не нравится. А что ты? В детстве заставляли читать, с тех пор не люблю читать. Книжки? А, что ты, лягушку путешествую читала? Что ты читала? Книжки? Путешественницу читала. Война и мир? Война и мир. Только не подсадите. Достоевский, Мещанин, Достоевский. Идиот. Ну, все, что по школьной программе было, все читала. Рик Мария Марк читала? Нет. Ты любишь читать? Да, очень много мне. Сколько книг? Ну, слушай, у меня дома тоже много стоит. У меня сейчас стоит. Давно переехал? Да, вот здесь уже полгода где-то живу. Начинал с малого, в подсобке жил.
Потом начал заниматься инфлюенсерством. Знаешь, такое? Mm-hmm. Ну, биток скарпит. На 65 закупаешь, на 24 продаешь, дальше забираешься в карман, просто чистая выгода. Ну, могу себе это сказать немножко, если нравится, интересно вообще. Ну, давай. И Станислав, 25 лет, где-то 97, что за вес, 90 килограмм чистой массы, любитель пан зверской кухни, посещаю большой мастер-класс по пятницам, отсоедите Тургенев и Достоевский мячане. Любитель проходить по парку 300-летия, еще в Цепково, была в Цепково? Да. Цепково, да? Была? Спидом не болеешь? Нет. Точно? Надеюсь. На. Ну, в общем-то, да, расскажи про себя. По такой же схеме, 19 лет, Станина Скулева Владимировна, вес, хуй знает, 54. Хочешь, я подержу? 55. Я узнаю, сколько вес. Не, я так примерно знаю. А ты говоришь, у тебя парень был? Что расстроился? Нет, я не говорил. Ты не встречался с кем-то? Не встречалась, но я этого не говорила. Ну, это логично, раз ты... Ну. Что? Ну, это... Ну, ебал. Я могу в гости ездить, и когда я в отношениях. Ну, встречались, расстались, разошлись с дорожки. То есть, в принципе, если бы сейчас был парень, нормально, мы приехали, пообщались бы просто в гости. Ну, мы так приехали, пообщались в гости. Ну, так у тебя парень здесь? Ну, сейчас нету. А, так что расстались? Ну, не срослось. Чего не срослось? Не было общих. Он что, грибок, блядь? Чего у него растет, думаю? Не было общих целей на будущее. Так ты 19 лет, какие цели, нахуй? Ну, так смысл. Пивка попить с подружками домой, блядь. Потом универ. По пятницам. Снега снежная, жизнь общажная. Ладно, я рахмин, не парься. Класс телефон, ты что, Android? Да. Че, не насосал на больше? Нет. Хочешь? Нет. Ну, как хочешь. Я бы тебе все равно не купил. Фильмы смотришь? Да. Какие? Ну, тоже в основном комедии, детективы. А, ну-ну. Ну-ну. Живот не болит? Нет. Смех, да? Нет. Ведь взято включить? Нет, спасибо. Какой? Ну, это не нервничай, какая-то все шебутная. Я? Да. Переживаешь? Почему? Ну, не знаю, это нервничай, такое ощущение. Нет, слушаю, общаюсь. Переживаю, что времени мало. Ну да, ты не успеешь поесть, да? Угу. Буквально один кусочек пиццы возьму, сразу поеду. Ничего себе, ты ненадолго заехал? Ну, получается, что так, видишь, ты долго с работы ехал. Ну да. Угу. Так, может, Аккава с девчонкой пойдешь? Аккава с девчонкой пойдешь? С девчонками как пойдете? С девчонками в бар пойдем. Какой бар? Что за бар? Вы бар? Нет, какой-то там... Барби? Кто? Этот, доски или как-то там. А, в доске? Да. Что, там водку будете пить? Алкаш? Посмотрим. Что, там бухаешься? Надеюсь, что нет. Ну, может, такое, да, случится? Ну, может. А ты когда на кухне себя шалишь немножко? Ну, бывает. О, приезжай, давай пошалим. Не хочу. А что? Не то настроение. Шалить не хочешь? Нет. А что? Ну, как-то уже... Что, Миша? Нет. Что? Что это? Я говорю, завтра утром надо ехать. Бля, во сколько? В 8. В 8? Угу. Вечером? Не, утром. Ночью? Утро. Дня? Ну, ночи, получается. 8 ночи? Угу. 8 это уже утро. Ты что тупишь? Ну, ты ясно тупишь. Понял. Куда ты играешь? Ну... Пойдем мяч пинаем. В американку. Почекаем тебя, на жопу станешь. Давай? Нет. Зачем нет? Go. Go. Че мне? Что сейчас читаешь? Ничего. Просто стоял? Просто давай его, да. Тебе умный. Девчонкам нравится. Умный. Помогает. Че? Девчонкам нравится. А? Я сейчас уснул. Че? Ты долго формулируешь предложение. Я говорю, девчонкам говоришь нравится, что? Ну, это, ну, констатация факта. Понятно. Тебе не нравится? Что тебе нравится? Есть какое-то у тебя увлечение? Ты чем занимаешься в свободное время? Свободное время. Дрочишь? Ну, это, получается, не свободное время. А. Свободное время гуляю, встречаюсь с друзьями, сплю, смотрю фильмы. Какие? Мелодрамы? Ну, иногда, по настроению. Ну, дарам? Нет. Ну, я говорю, комедии, драмы. Ой, комедии, детективы, иногда мелодрамы.
Давай поговорим вопрос на вопрос. У тебя есть ко мне вопрос? Ой, нет, у меня нет вопроса. Все понятно? Все понятно. Через сколько еда приедет? Минут 10. Когда ты позвонила, было минут 20. Сейчас уже минут 10. Че? Логично. А что за крестик у тебя? Че за кулон? Мама подарила? Бабушка? Не помню. На дюбу? Да нет. Ты что, раздеваешься? Наоборот. Одеваешься? Mm-hmm. А, ты приехала сначала разделась, там такая типа в пизду, да? Mm-hmm. А что так? Так было. Ну, подумаю, времени мало. А, не успеем. Да мы дважды успеем. Да. Нет. Впаду? Mm-hmm. Понял. Экономия энергии. Так это вообще вяло, пиздец. Ты что сегодня делала? Что такое? Ты, блин, за 40 минут такси устал? Или что? Да нет, я экономлю на вечер силы. А что, сейчас вечером? Я же говорю, с девочками в бар. Какой-то дебил звонит. Доставка. А? Может, доставка. Нет. Доставка другого номера звонит. На, подожди. Чё не понятно? Чё не держишь? Прикол же должен был сделать. Прикол. Держи чайник. Чайник держи. Держи. Чайник. Ага. Нравится прикол? Прикол нравится? Очень. Прикол. Нравится прикол? Играешь, нет? Не играешь? Нет, такими нет. А чё? Вот это всё нахуя? Не знаю, просто прикол. Чё, не нравится? На, попробуй. Терпи. Не, спасибо. Чё? Не надо, пожалуйста, это не надо. Я попросила. Ладно, я думаю, я не буду дожидаться пиццы. Что, сразу потрагаемся? Я сразу поеду. Не будет тракция? Нет. Почему? Времени нет, говорю же. А приедет тракция потом? Ну, посмотрим. Если такая долгая поездка опадает. Сделайте микрофон. Я музыку свожу. Что ты музыку? Мастерингом занимаюсь. Песни, треки свожу. Сам? Ну да, дописываю. Биты делаю. Прикольно. Приезжай сегодня, послушаешь. Хорошо. А ты мне платишь такси, да, девочек? Ну да, ты скинь карту, тебе скину. Ты скинь, если сколько выше такси, я тебе скину. Во сколько? Вызови такси, тебе скинь, сколько стоит, но я тебе на карточку скину деньги сейчас. А где девочки? Что, по бурику перепихнемся все-таки? А? По бурику перепихнемся все-таки, может? Не, я не курю. Чего? Не курю. Не куришь? Mm-hmm. Ага, понял. Так. Может, перепихнемся? Да нет. Да ёпт. Почему? Я тороплюсь. А? Тороплюсь. Ну, мы по бурику? Нет. Что? Точно нет? Точно. Блядь. Ну, давай скидывай мне это. Давай. Ну ты что, приезжай сегодня вечером. Mm-hmm. Что, у меня нормальный пенис? Можно потрахаться? Mm-hmm. Давай потрахаемся. Давай, пока. Ебаный свет, блядь. Чё нахуй, блядь? Я могу просто полезать. Сука, блядь. Полезать! Ладно. Ладно, минимум. Ну это, блядь, ебучая, блядь. А, конечно, блядь, это... В такой хуйне сложновато, блядь. Да, блядь, тяжеловато. Ну, почти. Но она может вернется, правильно? Водитель отменил поездку. Почему? Она мне написала просто... Ебать. Ну, хреново. Это спидран, да. Проблема сейчас
Я, да, ага, сейчас еще оплачивать буду, блядь, пиздец. Она могла хотя бы, блядь, мини-этик сделать. Вообще никакого прикола. А в чем прикол тогда, блядь? Мне кажется, она готова была. Блядь, прикиньте, просто приехать пожрать, блядь, это вообще ужас. Просто приехать пожрать. Блядь, я в ахуе. Давай я зайду пожру.